Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики! Вновь рад приветствовать вас на своем канале, посвященном исключительно теме создания картин и рисунков из обычных фотографий с помощью модулей приложения Art Studio. Сегодня у нас несколько необычный видеообзор, поэтому я встречаю вас не в привычно загруженном интерфейсе Photoshop, а на одной из страниц своего сайта. Надеюсь, что сегодняшний видеообзор будет интересен и полезен не только обладателям вариантов и модулей Art Studio, а всем любителям цифровой живописи, в первую очередь жанра Art from Photo, то есть тем, кто увлекается созданием картин из обычных фотографий, как любителям, так и профессионалам. Друзья, я не случайно встречаю вас на одной из страниц своего сайта, поскольку у меня очень интересное объявление. Для всех любителей цифровой живописи открыт магазин, в котором можно приобрести дополнения и другие интересные аксессуары для своего творчества. В первую очередь это интересные авторские кисти, текстуры. Как видите, на моем сайте добавился еще один пункт. Здесь и находится магазин проекта Art Studio. Я буду постоянно добавлять интересные авторские текстуры, кисти, созданные в первую очередь для модулей Art Studio, но у многих есть свои варианты создания картин и рисунков из фотографий, и они вполне могут применять эти интересные кисти и текстуры в своих работах. Как вы все знаете, я регулярно создаю обновления, дополнения для модулей Art Studio и рассылаю их совершенно бесплатно всем, кто приобрел тот или иной вариант. Всю информацию о модулях Art Studio можно узнать как на моем сайте. Пожалуйста, если у вас будет время, можете ознакомиться со страницами, начиная с главной страницы, где есть ссылки на мой канал, также на мои страницы ВКонтакте, Facebook для более быстрого и живого общения. Также здесь можно посмотреть работы, выполненные в модулях Art Studio, для того, чтобы представлять себе качество исполнения по данной технологии. Ну и найти подробную информацию об истории Art Studio, поскольку она основана на легендарном плагине Impressionist, глубоко переработана, дополнена. Также на страницах моего сайта можно найти ссылки на популярные видео обзоры работы модулей Art Studio. Также, не выходя из сайта, вы можете задавать свои вопросы, делать заявки на тот или иной вариант Art Studio. Для этого существует форма обратной связи, есть страничка заказы. Если кому-то интересно и кто-то хочет заказать портрет знакомых, родных, друзей в жанрах цифровой живописи, пожалуйста, также через форму обратной связи можете делать заказы. Ну и на днях на моем сайте открылся виртуальный магазин, который могут посетить буквально все. Достаточно пройти по ссылке. Напоминаю, что все ссылки на мои страницы в соцсетях, также на магазин проекта Art Studio, будут под видео. Пожалуйста, добавляйтесь ко мне в друзья, задавайте вопросы. И теперь два слова о, условно говоря, товарах этого магазина. Я буду регулярно добавлять сюда очень интересные авторские текстуры, которых вы не найдете нигде в интернете. Интересные кисти, созданные с реальных картин знаменитых художников. Для удобства, чтобы ознакомиться с тем или иным предложением, вы сможете рассмотреть, что собственно представляет тот или иной пакет. В дальнейшем я планирую добавлять сюда и стили по созданию картин из фотографий. Это записанные действия, которые достаточно загрузить, ну, прежде всего, в модуле Art Studio, либо в классический плагин Impressionist, и также ими пользоваться. А кистями, текстурами можно пользоваться, в принципе, в любом графическом редакторе. Если ваш графический редактор поддерживает другое расширение кистей, достаточно просто переименовать их, создав это другое расширение, и также можно пользоваться этими кистями. Достаточно зайти в эту новость. Более подробно рассказано о том, что
собой представляет то или иное обновление для арт-студии, которое я предлагаю теперь и для свободной продажи. Указана фиксированная цена, которую я пишу в долларах, но в принципе расчет можно вести любыми деньгами, просто в долларах удобней эту цену сделать фиксированной. Более подробно также можете спрашивать через форму обратной связи по поводу расчета. Но принцип простой. После оплаты я даю ссылку из облачного хранилища. Вы скачиваете тот или иной товар, который хотите получить, и, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Можете посмотреть примеры работ, выполненных с помощью этих кистей, текстур. Поскольку все обновления я делаю регулярно, то и в магазине постепенно будет все больше и больше ассортимент тех или иных нужных для цифровых художников вещей, поэтому время от времени посещайте мой магазин. Также напоминаю, что в соцсетях у меня есть страничка и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Я постоянно дублирую все новости, также можете добавляться ко мне в друзья, и вы будете знать о всех новинках и поступлениях в виртуальный магазин аксессуаров для цифровой живописи. Также большинство новостей я публикую на своем канале, поэтому также можете подписываться на мой канал для того, чтобы узнавать все эти новости первыми. Обычно те, кто уже приобрели варианты арт-студии, получают все или большинство из этих дополнений бесплатно, но я начинаю их отправлять пользователям вариантов арт-студии также после публикации видеообзора на эту тему. Магазин проекта арт-студия только открылся, но рекомендую его посетить уже сейчас, поскольку вам уже будет предложено несколько интересных пакетов. Это наборы кистей, наборы текстур, созданных с реальных картин и рисунков художников 19 века. Совершенно новый набор текстур, созданных с картин художников эпохи Возрождения. Для удобства все текстуры подписаны, откуда и с чьих работ они созданы. Поэтому, друзья, пожалуйста, все, кому интересна тема создания картин и рисунков из обычных фотографий, приобретайте варианты арт-студии. Если же вы работаете со своими приложениями и программами, графическими редакторами, то я думаю, вам будут интересны те разработки, которые вы теперь можете приобрести отдельно, не приобретая варианты арт-студии. Поэтому жду вас в своем магазине. Всего доброго, до новых встреч!